В настоящее время уже учтены случаи дистанционного мошенничества. Полиция города предупреждает граждан быть бдительными. В том случае, если вам поступил звонок на телефон от неизвестных, и неизвестный представляется вам представителем службы безопасности банка. Осторожно, мошенники. Акция, направленная на информирование жителей полуострова об обманах дистанционных аферистов, прошла на Камчатке. С 22 по 24 апреля полицейские провели ряд профилактических мероприятий. Причиной стал рост числа пострадавших от телефонных и интернет-мошенников. Вам могут позвонить с неопределенного номера, представиться сотрудниками банка, могут сказать, что ваши денежные средства в опасности, переведите их туда-то, туда-то. Ну, я вам посоветую просто сбросить и обратиться на обратной карте вашей банка. Там номер телефона банка. Позвоните туда и убедитесь, что это вам звонили именно с банка, либо это были мошенники. Большое вам спасибо, что напоминаете. Ну, мне немножко известно все эти случаи. Это хорошо. Немного чего неизвестно, и поэтому я никогда не беру незнакомые телефоны на своем телефоне. И поэтому большое спасибо. Вы очень бдительная гражданка. Что вы нам напоминаете? В результате преступных действий граждане подвергаются обману мошенников и лишаются материальных средств из-за своей доверчивости. Только за март текущего года на Камчатке зарегистрировано 88 преступлений данной категории. Общий ущерб, причиненный жителям Камчатки, составил свыше 11 миллионов рублей. В рамках акции правоохранители разъяснили камчатцам, как вести себя, чтобы не попасться на уловки, рассказали о схемах, которыми пользуются мошенники, и раздали информационные памятки и буклеты. Профилактические мероприятия прошли в торговых центрах, рынках, кинотеатрах, школах, детских садах, почтовых отделениях и других местах массового скопления людей. Кроме того, разъяснительная работа также проводилась сотрудниками полиции адресно в жилом секторе.